Зоя Александровна, в вашем доме, доме культуры, разносятся голоса, слышны звуки музыки. Скажите, пожалуйста, что сегодня такое за день чудесный? У нас сегодня праздник, у нас сегодня отчетный концерт. И это не случайно. Эти праздники у нас проходят уже на протяжении вот 13 лет. 13 лет, как сдался Дом культуры у нас. И настолько разнопрограммное у нас увлечение детей. У нас работает духовой оркестр, у нас работает баяны. У нас в Доме культуры 4 направления танцев. Это бально-спортивные, восточные, русские танцы и просто спортивные танцы. Коллектив у нас небольшой. В коллективе у нас всего 11 человек. Вот. Коллектив очень дружный. И не только коллектив, а дружный весь коллектив. И все Кульбакино. Мы знаем друг друга. И очень много детей сейчас занимается. Детей у нас где-то до 400 человек. Мы работаем с 9 утра и до 9 вечера. Поэтому мы счастливы, что у нас есть такой Дом культуры, что у нас такая дружная кульбакинская семья. И мы растем год от года. Мы получаем удовольствие от этой работы. И всех кульбачан приглашаем, приходите в наш Дом культуры. И маленькие, и взрослые, мы всем найдем место, чем заняться у нас в любимом Доме культуры.